Погрузочка шкафа. Сколько тут осталось? Приехали на сборку шкафа. Вот это длинные, они не входят в лифт. Их пешком надо поднимать на 13 этаж. Тут инструмент стоит. Серега поехал, одну ходку повез мелочи. Так, 4 зеркала будет двери. И 4 обычных, 8 дверей. Еще мелких 8 дверей. Шкаф такой конский вообще. А вот такой видончик. Вы видали, да? Да, покурить мы с Серегой вышли. Heavy metal. Artless.io. Приступаем к сборочке. Начало монтажа есть. Сборочка шкафа за 300 тысяч продолжается. 300 тысяч, короче, этот шкаф стоит. Офигеть. Так вот, на ширик снимаю. Дальше не отойти, тут все завалено просто. Каркас собран. Сейчас начнем устанавливать фасады, двери, ящики. Music licensing reimagined. Artless.io. Music licensing reimagined. Так, вот такой шкаф получился. Три фасада после праздников поставят. Петель нет таких. Не хватило. Шкаф около 3000, 300 тысяч стоит такой. Ящички. Дальше внизу ящик, доводчики, сами двери потихоньку закрываются, и тут ящики еще. Двери не хлопают. Тут вешалка, еще одна. Тут полки, вешалка. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому нужна сборка мебели в Иркутске, в Ангарске, Шелихов, обращайтесь. Thank you.
Checklist.io.